кое-что было упущено мной. Я сейчас залез почитать про, знаете, типа, самая крутая там катана в игре, например. Ну, типа, просто пошел смотреть сеты. Как раз то, о чем я говорил в прошлую серию. Типа, разобраться вообще, что мы хотим. Кстати, вот по сетам я так и не понял, что я хочу. Вот, но в процессе я нашел довольно-таки крутую катану, которая, во-первых, добывается аж в начальной локе, ну, приблизительно начальной локе, которую мы сейчас заберем. Во-первых. Во-вторых, довольно неплоха для билдов на ловкость, и которая делает блит. То есть это идеальная катана, которая просто мне нужна. Есть еще одна, которая там более вообще какая-то неадекватная. Вот, но она более лайтовая. Мы ее тоже, наверное, где-то позже найдем. Так, а еще надо мне понять, как попасть теперь тут. Где-то должен быть данж, который мы просто обязаны пройти прямо сейчас. И получить чертов, ни хрена себе. И получить чертов меч. Это оно, это не оно. Я не вижу данж. Он вроде как в этом месте должен быть. Короче, катана называется, не знаю, как по-русски, Moonwail она называется. Ее, конечно, в идеале еще прокачать. И будет прям хорошо. Я не очень понимаю, где здесь может быть этот чертов данж. Разве что здесь. Тут есть телепорт, а тут нехороший телепорт, я им уже пользовался. Не, вот тут должна быть. Ну-ка, подождите, сейчас я открою себе картинку. Gale Tunnel. Или подожди, это вообще оно? Да, это оно. Ну. Возможно, он все-таки здесь ближе к красной точке. Не в этой локации, а типа повыше надо забраться. Давайте попробуем там посмотреть. Там, возможно, не будет так просто. Сейчас просто хотя бы понять, я вообще способен на это или нет. Просто, в принципе, судя по описанию, не такое сложное место, но вот надо понять. Потому что на карте-то там тоже что-то есть. Просто, знаете, мне не хочется прийти к моменту, что мы будем проходить игру, мы будем что-то в ней там делать, мы в итоге, там, не знаю, придем к финальному боссу, а у меня, наконец-то, вот я получу что-то крутое, что-то, что я хотел, и в эту же секунду там игра закончится, например, или что-то типа того. Потому что мне хочется, ну, со снаряжением, которое крутое я получу, с ним еще как-то, ну, поиграть какое-то время. Как минимум. А я абсолютно не понимаю, где находится. Вот здесь. Это оно? Какая-то шахта, да. Оп. Оп. Туннель Гайля, да. Это оно. Оно так и называется. И вот хороший вопрос. Компетентен ли я? Да. Хороший он. Как спуститься так, чтобы не помереть? Хе-хе, прикол. Вот на камушки падать? Благодать вижу. Вот, короче, тот самый меч мы получим с финального босса этого данжа. Ну, мини-босса. Я так понимаю, что там ничего сложного нет. По крайней мере, откуда. Надо получить урон, потому что я не понимаю, как работает сет. Причем, кстати, этот сет идет в списке там одних из самых лучших сетов в игре. Возможно, как раз-таки за счет своего эффекта. Но вообще странно, потому что эффект, он хоть и прикольный, но сам сет не могу сказать, что прям какой-то великолепный. Он классный. Он классно выглядит, бесспорно. А. Принял.
Ой, я перепутал с Кимитара, оказывается. Ничего страшного. А, нет, много чего страшного, тут мы не пробиваем. Меняй, пожалуйста, меняй. И бей. И вообще еще раз бей. И как-то убить надо. Ага, я понял. Ну, чего-то простого здесь мы не увидим. Однако. Единственное, сейчас мы эту катану заберем, и я думаю, как я с ней с прокачкой. Это же наверняка, чтобы она до нормального уровня дошла, чтобы она стала сильнее моего скимитара. Ее надо прокачать там до плюс 5 хотя бы, а мы можем это сделать. Просто это не так-то просто. Хотя как раз вот кузнечный камень тут сейчас я и наберу. Она изначально тоже будет под эффектом. Возможно, она изначально тоже будет под эффектом блида, кстати. Никто не самое, я не знаю, не смотрел именно эффекта. То есть я просто знаю, что ее используют как раз для декстерити билдов. Ну, для декстерити, для гилити. Почему я подумал, что я могу его убить рукой вообще? Очень мерзкие противники, безумно. Это вид противников, который полностью выключает вообще мой класс как фактор. То есть мне всегда надо иметь при себе какое-то дробящее оружие. Причем компетентное по урону в таких локациях. Это вообще что-то, не знаю, мне не нравится. Сейчас пеплом будем как-то пробиваться. Что самое интересное, босс не бронированный там. Босс обычный, нормальный. Классический. Скорее всего, заковыряю просто рукой. Кто-то хочет меня убить? Казалось. Не-не-не-не, даже не думаю об этом. Смотрите, вам не нужно меня бить. Я сам себя бью, когда использую эту способность. Не парьтесь, друзья. Все под контролем. Блин, ну чтобы забрать здесь руду, надо, конечно, сейчас всех поубивать. Но это можно сделать чисто технически и потом, просто как раз заспидранив. Еще не факт, что на меня прям будут нападать. На меня будут нападать. Но не добывателя, не шахтера. Птичья лапка, отлично. Мечта, позолочена. Можно продать дорого. Им вообще похрен, кстати. Не обращает на меня внимания. Нет. Это плохо. Да-да-да. Понимаю ваше недовольство, что поделать, жизнь такая, нужно оружие добывать где-то, тихо. Ложная благодать, вы бы мне лучше там пепел несостоявшийся дали, как он называется, который даст мне раздвоить пепел. Вот, блин, раздвоить пепел я мечтаю до сих пор. Мне нужен еще один пепел на блит, это уже просто невыносимо. Я хожу с одним скимитаром, с одним, о, а вот это босс. Маленький данж такой. Подожди, а босс тут или где? А, подожди, это вот это босс? Вот это я не убью? Подожди, не пойму. Так это бронированный как раз.
А он так называется? Он просто называется так, что не похоже, что он бронированный. Если что. О, Александр? Esteemed warrior, where did you spring from? This was supposed to be a dead end, I'm sure of it. What's going on here? A door from thin air? Well, stranger things happen at sea, or so I'm told. But onward to the Caelid Wilds. Gosh, that dead end had me rather stumped. It's time I set off to the festival at Redmayne Castle on the southern edge of the scarlet, rot-blighted Caelid Wilds. Doesn't the thought just set your heart aflutter? Я понял, Александр. А это еще и шорткат? Нет. Это вообще где? Это точно босс? Что происходит? Надо, короче, в таких местах фляги немножко переформировать на два восстановления маны. Иначе неприятно. Куда это ведет? На выход. Так, ну получается... Блин, если это та хрень, о которой я думаю, то я это не убью. Но можно пробовать. И это, по-моему... По-моему, это та хрень, о которой я думаю. Открывай быстрее, пожалуйста. Да. Нет. Это другая хрень, но она тоже бронированная. Я думал о другом. А, ну я могу бить. Урона, правда, нет? Ага. Ну как нет? Все как обычно. Друг, ты дашь мне меч, ты... А, ваншот, ага. Ага.
Конечно, дерьма просто. Лунная вуаль, она называется. 7500. Твою мать, вот проблема ведь не в том, что я андервевел. Какой конченый босс просто. Вот я думал, что типа у Годрика там проблемы с балансом. Это вообще, это просто бред. Искусственный интеллект этого босса не имеет права на существование. Типа то, насколько тупорыло работает его огонь. Ну, не огонь даже сам. Опять же, была бы арена побольше, проблем бы не было. Но когда ты, как сказать-то... Когда у тебя арена 2 на 2, и при этом у тебя, значит, босс умеет делать огонь после себя, и вот эти рывки классные. Это очень сбалансировано, особенно когда у него где-то в искусственном интеллекте прописано, что он может это делать 3 раза подряд, например. Очень весело. Тем не менее, мы получили меч. Что за меч? Ну, в смысле, ради него мы сюда и шли. Покажите мне его. Мы не можем ей пользоваться. Почему? Мудрость? 23 мудрости, простите. А у меня сколько? 10? Но у него магия. Может его Подожди. Перепеплить, и там что-нибудь изменится? 23 мудрости, я не прокачаю никак. Ну, типа, зачем? Это очень долго. А его и перепеплить нельзя. То есть это было, по сути, бесполезно. Класс. 23 мудрости, 23 мудрости. Ну потому что он на декстерить, а не на агилити, наверное, поэтому. Да, с оружием ни хрена непонятно в этой игре. Ну, в принципе, как и всегда в ДС-ах. Это развитая проблема. Ну, значит, будем существовать по принципу, типа, скеметары работают и окей. Возможно, было бы неплохо им уровень поднять. Подбери. Значит, форт. Там какая-то магия кастуется сверху. Вот это вот, да. Это по мне? Ну, это около меня. Значит, целятся в меня. Твою мать. В упор к замку, кстати, не срабатывает. Нормально. Нормалек. А зачем я сюда вообще пришел? Там руки есть. То есть здесь просто какой-то конкретный форт. Возможно, вот это... Нет, это фонтан. Поместье Кария. Слушай, а сколько это катана вообще? У нее ловкость Д... У нее мудрость С просто, если бы у нее мудрости не было. Но она кровоток кидается, от этого там ты ее прокачиваешь, и у нее будет очень все хорошо. Но качать мудрость мне, когда она у меня на десяточке, это очень интересное предложение. Это очень интересное предложение. Сейчас уровень стоит 14 тысяч. Не, это не моя сборка просто. Это просто не моя сборка. Мне просто нужно другое оружие, которое кровоточит и все. Которое не требует мудрости. Потому что
13 уровней закидывать в мудрость, когда у тебя вообще ничего не работает через мудрость в сборке, это глупо довольно-таки. Я испугался, твою мать. Что за херня происходит? Это опять противники без пауз. Судя по всему. А предмет я взял или нет? Они тут, кстати, везде, но причем они большие. А, нет, не взял. А как его взять так, чтобы, типа... Как это сделать? Миядзаки... Прикольно, когда, да, он попал по мне так. Заиндевелый кристальный бутон! Миядзаки. Миядзаки. Надо перерыв делать. О, господи. Надо делать перерыв. Есть определенная точка предела кипения, знаете, вот когда... Когда эта игра перестает устраивать, например. Я так и думал. Это просто выглядело как ловушка, я типа не сомневался. Но там дерево! Я так на него рассчитывал! Тайминг классный. От этого, блять, увернуться. Вы что, издеваетесь? Сука, ненавижу эту игру просто. Куда я нахер при... Я пришел в самое лучшее место сейчас в текущем состоянии, по моему отношению к игре. Какой-то такой кромешный дебилизм. Господи, они здесь есть. Где вас нет? Я надеюсь, он не встанет просто так. Может, их просто не байтить нападение и все. Там просто фишка в том, что там еще мелкий лежит прям под ним. Спрыгивает большой, я на мелкого посмотрел. Вот тут вот рука. Короче, здесь везде руки. Надо по камням просто ходить. На камнях они мне ничего не сделают. Ну, они не встанут, по крайней мере, потому что вот какой-то большой. Я думаю, что здесь просто расчет на то, что я вообще с ними сталкиваться не буду. Но мне нравится, да, что если пеплом ударить, то он все равно всасывает меня в себя. Это так классно. Я тут говорил про хитбоксы, честные, короче. Недавно. Такие честные хитбоксы. Миядзаки. А что с лечением? Ну вот у меня, на мне полный сет. У которого написано, что он меня типа лечит. Может быть, оно очень медленно меня лечит, но я не вижу, чтобы у меня ХП поднималось. В чем прикол этого сета? Или ранение это какой-то конкретный статус-эффект? Куда я пришел? Зачем я сюда пришел? Там огромный просто так стоит. Я его не переиграю. Ну как не переиграю, я такой хоп, они сюда не поместятся.
Давайте, мелких сюда, больших не... Больших мы сюда не впустим, да? Я даже больше скажу. Больших мы отсюда убьем. Он же глупый, он будет пытаться до меня дотянуться как-то своими пальчиками красивыми. Маникюр сделал, подготовился, а я тут беру и абьюзю его. Вот это я мразь. Опа. А все, а сколько там за тебя-то? 425. И кузнечный камень мрака 2. Какой-то шанс, видимо, есть выбить. Госпожа Рэнни, мы так долго вас ждали. Я молюсь за скорейшее возрождение вашей семьи. Да высияет род Кария в свет полной луны. В свете полной луны. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Кузнечный камень 4. Надо, наверное, идти смотреть. На прокачку скимитаров. На этом что-то должно было накопиться уже. Что-то пишут. Пишут, что осторожно справа. Справа? Это не справа. Конечно, как я мог подумать, что я могу сбить ему какую-то атаку? Ножики, серьезно, здесь? Мне почему-то кажется, что тут должен быть вообще босс какой-то полноценный. Это похоже на очень большую зону. Прыгнуть куда? Туда? Ну, кстати, можно, там даже какой-то спуск. Просто везде сплошняком рунические дуги эти лежат. В огромном количестве. Тихо. Блин, а вот бы вампиризм. С чего вдруг? Так. Пошли в задницу. Хотите, падайте за... мной. Я пошутил вообще? Ни хрена себе, меч ночи и пламени. Вряд ли подойдет мне, давай посмотрим, какой-то красивый. Он тоже на мудрость и веру, ну тоже на магию, тоже магический меч. Неплохо. А это я где? А это я... Это я. Это я. Ой-ой-ой. А, тут тот самый проход... Вроде как должен быть. Это просто если бы я по прямой шел. То есть мы сейчас поднимемся обратно и в другую сторону сходим. Ну да. Ой. Что с оружием делать, а, в этой игре, я не понимаю. Хочется красоту. Красоту не дают. Я, наверное, все-таки на перерыве погуглю.
какие-то варианты, еще посмотрю, потому что, ну, мне кажется, так не может быть. Есть какие-то катаны, тоже маленькие, кстати, рубящие катаны, которые будут работать как скимитары, но при этом они катаны. И, по-моему, у них очень хорошо идет на кровотечение. Ровно как и с этой есть нормальные тоже. Ну, более симпатичные. Охренеть, их там заспавнилось. Мне нужно какое-то очень узкое место. Это лифт. Они уже не идут сюда. Не, я мог бы их пеплом задушить. Я кого угодно могу задушить пеплом в упоре. В узком пространстве. Это реально как прям отдельная локация. Я не понимаю. Это вроде просто руины, а вроде и нет. Скажите мне честно, правду, там есть босс какой-то? Какой-то страшный босс, который будет меня насиловать. Я сразу развернусь. Это выход. Это выход? Нет, это второй этаж. Этого потрясающего места, где есть волки и большие... Ну, ладно, волки лучше, чем руки. Руки что-то вообще неадекватные. А, или... Ё-моё. Слушай, а хрен его знает, что лучше. Не, волков проще контролировать. Очень сильно проще контролировать волков. Пожалуйста, хочу. А, ну это семечко, anyway. Да. Потому что в этих местах, ну, у деревья мы получаем семечко, а слеза, она в храмах. Храм я что-то давно не встречал. Как раз таки вот со слезой можно будет уже и плюс 3 сделать. Ну, там будут храмы вот в этой части леса. Это отчетливо помню. Там один храм там точно есть. Со слезой прям. Здрасте. Ну да, за индивиловый бутон я... Помню. Как я спал, и он мне снился. Что у меня вообще была атака? Стёб какой-то. Ё-моё. Ой. Мы точно хотим сюда? Мне нравится, что у каждого места, где есть вот такой какой-то лютый проход, можно найти обход. Попроще. Попроще и проигнорить. Причем я не боюсь конкретно этого гиганта, я бы с ним и подрался, но только один на один. А один на один мне кто даст с ним подраться? Если тут маги стоят. Ну это же так не работает. Вот никогда. Вот никогда эта игра не следует своим же правилам просто. Хотя это применимо к любому соусу, но... В принципе, почему я... Сейчас что-нибудь в спину прилетит.
Ага. 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 Тут я умираю, да? Да твою мать. Что это? Что это такое? Это же босс-арена явно какая-то. А, вот босс-арена. Кайф. Благодать тогда давайте. Да, она должна быть здесь. Тут есть поворот. Если на карте нарисовано, значит должна быть еще одна благодать, которая тупо сохранит меня вот типа здесь. Как раз я стою. А, нет, я не по направлению. Ну, почти по направлению, но там негде. Если только аккуратненько сейчас вернуться назад. Я боюсь заходить в этот круг. Мне почему-то кажется, что если я в него зайду, я из него не выйду. Тут сейчас надо повнимательнее зачекировать. Тут где-то должна быть благодать, просто потому что каждый раз проходить вот то, оно заставить меня не может. Понятно. Ну, катурные, давайте идите сюда. Будем выяснять. Где-то как будто бы здесь должно быть. А, ну тут есть Марика, если что. Все, наверное, это Марика. Это, наверное, Марика как раз. А босс здесь? Что? Куда рисует благодать тогда? Потому что здесь пусто. Ну окей. В круг можно тогда. Да. Нет, это хрень. Еще и магическая. Кстати, легкий босс. Просто я пришел, у меня не было нихила, нихера у меня не было. Одна бутылка, это что? Че убьем? А соседняя комната, это что тогда? Или она не открывается, пока вот этого не убью? А, это тоже босс файт теперь прям полностью комната. Че? Ничего не понимаю. Меня запутали. Вон там что, справа? Там еще один босс? Не ожидал такой реакции агрессивной. Очень агрессивная реакция. И она еще скелета меня убила. Отходи. Сучка.
Это какая-то вторая фаза активировалась, что-то такое. Нет, только не это! Ненавижу эту атаку! Пей. А обычно срабатывает. Да пиздец, он не даст мне ничего сделать. Пей! Да дай попить! Ну да, и отойти, конечно же, надо. Мне опенеры не нужны, это... Ну, это миф. То, что босс должен позволять себе бить. Зачем? Какой смысл? Я не был готов к стрельбе. Вообще не был к ней готов. Ну окей, это все еще убивабельно. Скелет не живет. Какие-то враги пошли, что скелет не выдерживает нагрузки такой. Вот бей меня, пусть он встанет, пожалуйста. Не маши там перед ним, не надо. Ёб твою мать. Да, меня чуть-чуть подхиливает там, конечно. Слушайте, там такой подхил от этого сета. Просто миллиметрики вижу эти. Так, хорошо, идем. Блин, её можно убить, пока она это кастует вообще в норме. Пизда мне. Нет. Блять, да перестань ты, что? Да господи. Вот реально, когда у них скатывается хп до 20% минус, они просто забывают, что они, твою мать, противник в игре. Им так становится на это насрать, меня так это раздражает просто. Я такая, а чё, 5 спылов за одновременно, погнали! Вообще, в чем проблема, блин? Там, что говорите, честность? Чего? Честность? Не понимаю, о чем вы говорите. Вообще неправильно я делаю. Надо, короче, ей как можно больше насувать, когда она переходит во вторую фазу, когда она в нее перейдет. Там столько урона можно нанести. Так, подойди ко мне. Ко мне иди. Бляха-муха. Ну, хватит! А я увернулся и похуй вообще. Я уже в трейд начинаю с ней заходить.
Ары, это королевский рыцарь, это какой-то большой пепел войны. Зачем? А, вот это, наверное, оно и есть. О, тут, кстати, смотри, вторая половина вот так... Ну, не вторая половина, я не знаю. Такая же статуя. Я не обратил внимания, что это вот точно такая же, как в Академии было. А это точно такая же. Ну, видимо, это был босс в The Gym. А там выход просто, да. Причем это, смотри, это могучий противник, это могучий босс, с которого там падает крутое заклинание, пепел, все, что мне не нужно. Это просто копия Три сестры. Мне не нравится это. Это просто копия всадника Страж Древа. Самого первого босса. Ну, босса. И самого первого тоже тут под вопросом. Башня Рена. Мы сюда просто так не входим? Или входим? Пока нельзя открыть. Так, тут что? Там дракон. Там дракон. Надо скимитару прокачать. Я пошел качать скимитару, ничего не знаю. На 26 тысяч, кстати, надо там поднять. Надо прокачаться. Вот скимитары там задонатить. Вот все вот это вот. Пойду заниматься этим.